О том, как без ЕГЭ на базе 9 или 11 классов поступить в ВУЗ, чтобы получить среднее профессиональное образование, и о преимуществах такого обучения в Приамурском госуниверситете имени Шалом Алейхима говорили сегодня на Авторадио. На эти вопросы ответила проректор по среднему профессиональному образованию, директор факультета среднего профессионального образования ПГУ имени Шалом Алейхима Людмила Лукьянова. Для того, чтобы поступить на программы среднего профессионального образования, необходимо выдержать конкурсное испытание. Конкурсное испытание – это конкурс аттестата. То есть абитуриент в приемную комиссию подает аттестат об окончании 9 классов, то есть основного общего, либо аттестат об окончании 11 классов среднего общего образования. Никаких конкурсных испытаний нет. Чем выше средний балл аттестата, тем выше шансы на зачисление. Спектр специальностей для освоения очень широк. Это информационные системы и программирование, техэксплуатация объектов электроэнергетики, монтаж и ремонт промооборудования, землеустройство, конструирование одежды, экономика и бухучет, банковское дело, юриспруденция, коррекционная педагогика, обогащение полезных ископаемых. Освоив одну из этих специальностей на среднем уровне образования, легче поступить в ВУЗ и получить высшее. Все подробности в записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, Новости 21.